И всем привет, ребята, вы на канале Суперкошка, с вами Варя, и сегодня мы будем играть в Бравл Старс. У меня голос, наверное, уже получше, как в прошлых двух видео, но в любом случае еще болею, поэтому в третьем видео прошу прощения, то что буду постоянно кашлять. У нас есть разгром Суперси, где у него уровень обычный, я уже прошла, у нас сейчас сложный вроде бы, да? В разгром Супер Сити, а не Суперсти. Так, я, наверное, возьму Амбер. У меня для вас кое-какая информация не в очень хорошую сторону. Под некоторым комментарием я даже не могу ставить лайки, не то что сердечки, потому что объясняю почему. То есть, мне приходит оповещение, то, что кто-то написал комментарий. Я такая, ну окей. Захожу в это помещение, что-то, не знаю, прочитать или ответить. И как вы думаете, YouTube сожрал тот самый коммент. Я ничего не могу написать. А тем временем у нашего босса 70%. Сейчас мы ультанем в него. Ультуть. Так. Здравствуйте. Он меня не видит. Ой, нет, не хочу умирать. Сейчас отрекинемся. Ой-ой. Зачем ты его притянул? Так, мы же сможем с первого раза, да? Пройти уровень. Это же уровень сложный. Беги, Фрэнк! Нет! Ху-ху-ху. Блин. Блин. Ё-моё. Так, ну скоро уже, да, Коль должен заспавниться. И у меня было много раз, когда я уровень сложный с одного раза проходила. Очень много. Я даже прям все сразу проходила за один раз. Обычный, сложный. Какой там дальше? Эксперт, мастер и даже безумие. Все с одного раза прошла. Второе безумие я уже как-то не осилила. Так, ну да, мы сможем, да? Сможем ведь? Блин. У города 9%. А где еще город? А, понимаю. Если мы не сможем, будет обидка. Блин, мы не сможем. Или еще где-то. Сюда 1%, ё-моё. Тупо два удара буквально. Извиняюсь. Короче, беру 8 бетам. Потому что я думала, ну многие уже в такие задания берут 8 бит. Или ПМ у кого кто есть. Потому что, ну, 8 бит, ПМ и, ну, буквально любой персонаж, например, Амберс и Стул, это вообще имба, мне кажется. Чё-то мы нифига не справляемся. Я, наверное, если мы сейчас не победим, возьму Джесси. Думаю, я медленно очень сильно. Ой-ой. Ё-моё. Да ё-моё. Мы опять сейчас не справимся. Ой, ё-моё, слишком быстро поставил. Слишком близко, точнее, а не быстро. Валим отсюда. О, нет. Почему 8 бит такой медленный? Сейчас такой мульти ставим. Так, ну мы сейчас мы выиграем, да? Если мы сейчас не выиграем, будет, ну, я не знаю, это будет странно. Ну все, 8%. 6, 5, 4, 2, 1. Все. Но я все равно беру 6 Джесси. Так. Где оно у нас? Ой, коротко бы мне. Беру Джесси. Также я беру Барри. Так, давайте-ка в магазине посмотрим.
Если звездные скины нету. Так, секунду. Короче, идем на эксперт. Вот. Тупо две. А где вторая? Только прилетела, что ли? Тут нужно тот перс, который тут, ну, очень быстро ульт перезаряжается, правда. Не ульт, а, ну, вообще атака. У нас здесь это нубик. Ну, тупо, она реально так боится его, что ли? Нифига. О, ё-моё. О. Так, вообще пофиг, то что оба товарища по команде пали. Ага. Ставим чуть-чуть поближе нашу ульт. Блин. Мы не пройдем. Ну тут, ну не Джесси. Не понял. Джесси там в рыборубке хорошо. Не рыборубка, как это называется. Но ты там против армии роботов. Защищаешь сейф, сейф как в ограблении. Я забыла, как называется, но, короче, ну там Джесси реально хорошо. Валим. Те самые 13% от города. Ну, здесь я в руках, если попалась, которая вторая. Гениально. Кого брать, ребята? Кого брать? А что если... Мне кажется, никогда не брала. Бьем. В такие квесты. Ну, может, брала. Но редко. Я, если честно, думала, мы намного быстрее все будем проходить. Фу. По 2000 хп с такого удара, который желтый перезаряжается. Не знаю, как он называется реально. Как я поняла, на него замедление не работает. О, нет, минус. Интересный факт, у нас есть шанс, куда ты идешь. 3 секунды, подожди. Я могу. Сюда иди, динозаврик. Ой, блин. Я случайно улетел. Если бы я не улетел, мне кажется, у нас были бы шансы. Конт. Эдгар. Ё-моё, второй раз тупо отпрыгнул этот мои ульты. У нас все игры пока что. А хуй мне через стену прорубил. Когда босс злится, он, получается, не атакует город. Ну, ё-моё, 2 секунды. 2. Мне кажется, если у тебя в команде, когда ты играешь за Б8 битпм, шансы есть. Подожди-ка, подождите-ка.
Хотел нажать выйти, посмотреть, нету ли в сети каких-нибудь друзей. Фу, я думала, Кольт опять АФК, точнее. Не Кольт опять АФК, а команд. Тиммер мой опять АФК. Я думаю, мне не бьет, пока не злится первый раз. Ё-моё, случайно повесили. И за то, что убью, вот... О, нет. Одна перезарядка вот такая. Если бы у меня была нормальная перезарядка, ну, мы быстренько справились тогда. Но если бы у него была нормальная перезарядка, она была тупой имбой. Так же, как и Шелли с ультой. Блин, я думала, мы реально что-то побольше всего успеем сделать. Как он меня убил, если я, не знаю, в 5 блоков от него стояла? У нас дырил странный. Вот. Я после этого поставлю видео на паузу и постараюсь не на камеру пройти. Если я пройду с первого раза, это будет нечестно. Опять АФКшер. Вот под конец в такие моменты постоянно АФКшер. Короче, сейчас беру, не знаю, какого бравлера, и показываю вам, если я в этот момент выигрываю. Пойду, что ли, на мастер. Молчу. Понимаю. Если честно, я так и думала. Я думала, я еще безумно даже не пройду. Так. Подождите-ка. Понятненько. Ну, на этом все. Подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видосики. Всем пока-пока.